Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новое обновление для игры Симулятор Русской Деревни. Я уже прикупил новый дом за 50 тысяч рублей и посмотрите, как он выглядит. Вообще очень крутой, но мне больше всего понравилось это гараж. Вы только посмотрите на него. Не как в предыдущих домах, просто машина стоит во дворе и все. А тут у нас полноценный гараж, это вообще нифигово. Также у нас имеется дверь со двора. Сейчас мы через нее зайдем к себе домой. Так, что-то дверка не открывается. Ладно, пусть пока будет. Мы пока отсюда вот выйдем, зайдем домой, покажу вам интерьер дома нового. Посмотрите, офигенный дом. Я даже не знаю еще как сказать, но понятно, русская печка, но мне нравится здесь интерьер. Можно, естественно, поспать, там посидеть на стуле. Конечно, этот дом лучше, чем те два. Поэтому, что мы делаем дальше? Садимся... Ой, ё-моё, эту дверь-то не открыл. Ёж-тыщ, подождите, почему она не открывается? Всё, выйти из машины. Чё ты не хочешь выезжать? А можно через ту... Вот так можно же сделать. Я и забыл, у нас же есть такая приколюшка. Можно нажать и респавнуться. В общем, в своей деревне нету ничего нового, кроме нового дома, поэтому мы с вами направляемся в другую деревню, чтобы посмотреть на новые возможности, а точнее, это новые работы. Их довольно-таки очень много. Также животные имеют свой искусственный интеллект. Теперь они занимаются своими делами и некоторые могут дать сдачи. Также, смотрите, добавили новых деревенских персонажей. Например, вот один из них это Глеб. Просковья осталась та же самая, что и была до этого. Так, вот этот вроде тоже новенький, да? Я его, Прохор, я тебя не встречал. Не встречал. Ну ладно. Будем, короче, пешком ходить, если что, на этой машине потом поедем куда-нибудь еще. А точнее, в лес. Первая работа, ребята. Грядок полита. Полей грядки. Ну что, давайте посмотрим, как это все будет поливаться. Лейка в руке и... О, ё-моё, куда она улетела-то? Чё-то я не туда нажал, походу. Да. Нажимаем на квадратик. Я понял, надо еще, наверное, воды набрать. Не все так просто, да? Не все так просто. Ну, надо еще найти эту воду. Подождите. Подождите. Полей грядки. Давно вообще, оказывается, я уже не играл. Когда я последнюю обнову снимал, ребята? Наверное, где-то месяц назад, да? И после этого я вообще не играл в игрушку. И, как видите, подзабыл, что надо делать. Теперь я уже все вспомнил. Просто-напросто нажимаем на иконочку руки. И, в принципе, наш персонаж сам поливает. Эти две кнопочки, квадратики и кругляшок, это получается выкинуть. Ну, точнее, положить аккуратненько возле ног. Либо же выкинуть подальше. Так, с этой работой мы с вами разобрались. Идем дальше. Так, как видите, деревня стала более-менее шире. И мы с вами идем в клуб. Также есть вывеска «Сегодня в клубе», но пока что еще нету. Но мы с вами сейчас устроим дискотеку. Вау, вау, вау. Тут у нас богиня, что ли? Богиня. Серега. Так, этот, как всегда, на своем этом движнике. И сейчас мы с вами будем проводить... Что? Дискотеку. Нажимаем сюда, и все. Дискотека пошла, это новая работа диджея. В симуляторе русской деревни на Android. Ссылочка в описании. Кто не обновил, обновляйте. Йоу. Тух-тух. Все. Да, одна богиня, короче, зажигает по полной, посмотрите. Во-во-во, сзади паренек что-то вообще разошелся. Опа, Гангнам Стайл пошел танцевать. Так. Все, мы получили деньги с вами, уходим. Давайте, братцы, пока. Как видите, мало дают, но... с золотыми подковами, либо же с бриллиантовыми... Ну, с обычными там, ну, там цыгане же стоят, там можно, в принципе, и больше заработать. Три раза рекламу посмотрите, и будете больше зарабатывать денег. Теперь здесь мы будем с вами строгать. Вот так это все делает. Наш вообще паренек, работяга, везде, всегда все делает, работает, вообще молодец. Так, ну все, 80 рублей нам дали. Ты что, в туалет ходишь? Это же сидит там. Все ясно. Теперь, как видите, вот у нас корова двигается, ходит, вот здесь свинка бегает. Я вот только не мог понять, какие могут нам дать сдачи. Свинья не даст.
Коты, коты, вот он, ребята. Наконец-то его встретил, просто по пути его не замечал. Вот котик, посмотрите, убежал, 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 убежал. Почини электричество, сейчас я починю, за котиком бегу. Подождите, за ним, может, даст у меня сдачи? Нет, ладно, пусть он, ребята. Бежит, есть кот и кошки. Теперь, ребята, будем тестировать новую работу. Это электрика, вот он, смотрите. Главное, чтоб током не шарахнуло. Вот это будет проблема потом для нашего русского парня в этой деревне. Так, все починили. Отлично. Вот корова ходит, уже не стоят как мумии, да? А теперь двигаются по своим делам. Ну да, какие могут быть дела у коров, а? Ну да, траву кушать, например. Сейчас мы с вами на машине поедем в лес, посмотрим, как все выглядит в лесу, что потом сделаем. Ну, вроде и все. Для меня основное это то, что есть новые работы, уже какой-то интерес появляется. Также это то, что есть новый дом, это вообще очень крутой дом, мне очень сильно он понравился, особенно по интерьеру, вообще круто. Вы все уже видели в начале ролика. Вот такой вот лес. Здесь бы желательно ходить я пешком, но я катаюсь на своей машине, чтобы это все быстрее выглядело для вас. Тут у нас конец леса. Здесь, как видите, также есть некоторые новые деревья. Возможно, вы их уже заметили. Сейчас также покажу вам небольшой там пруд. Вот здесь он. Где? Вот он. Так что... Можете сюда водить девочек из соседнего села. Так, ну, подождите, что теперь? Поехали мы с вами в другую деревню. Сейчас я вам покажу. Помните, я снимал этот видос, типа, скоро будет обнова в симуляторе русской деревни. И там были большие лейки, и все думали, а что это за лейки, а что делать, да? И как видите... Больших леек нигде нету, это как бы просто наверняка была типа новая работа или что, если честно, до конца тоже не понял. Кто играет в симулятор русской деревни, то вы знаете, да, что вот справа у нас всегда были коровы, и тут ты останавливаешься, подождите, вот здесь ты и доишь коров, да? Ну а теперь мы с вами доим корову совсем в другом месте. О, понятно, вот она, я ж, вот она могут сдать сдачи, да? Я, нет, ребят, все нормально. Не эту корову даю. Можно, в принципе, эту подоить. Ну-ка, отдашь ты сдачи? Вот, нет, она только, ребята, бежит просто. Но есть, ребята, животные, которые вам смогут дать сдачи. Вот здесь мы сможем получить деньги, в принципе. Подои корову здесь. Мы раньше там доили, теперь и здесь. А в Калитино, в принципе, ничего и не изменилось. Также по-прежнему идет дискач. Бабки также все на движнике, там зарядка, здесь у нас работа, пропали грядки. Ну, как-то так вот. Очень крутая обнова, так что давайте, ребята, скажем разработчику спасибо, просто-напросто проявим активность под этим роликом. Разработчик увидит и будет мотивирован, чтобы снимать новую обнову для игры симулятор русской деревни. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. На этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока!